Всем привет! Вы на канале Сельхозпеределкин, и сегодня у нас 8 июля 2016 года. И в этом видео у нас уже, как говорится, начнется на канале уборка 2016. Сейчас мы косим пшеничку, которую мы сеяли осенью. Видео можете глянуть по ссылке. Честно сказать, мы думали, что она вообще, как говорится, не выживет, потому как дождей не было. Ну, в общем, все есть в том видео. Ссылочка появится вот здесь, на этих грязных четырех пальцах. Снимаю я так из-за машины, потому что ветер нам как раз в лицо, а я так из-за машины снимаю, и ветер нас не достает. То есть звук, я думаю, будет записываться нормально. Пока что, как видите, косим мы с ПТСом на нашей Нивке. Настроились вроде бы более-менее на рабочий режим. За эти несколько дней, кто был в группе в курсе, что у нас случалось, да, это и лопался кожух. Сцепление, тот, что на молотарочку идет. И поменяли мы кожух зернового элеватора, потому как наш сгнил вообще в край. Пришлось покупать новый. Вот так вот. В общем, естественно, я взял экшенку с собой. Видео будет, как всегда, и под музычку, и со словами. Так что вот так вот. Пока что на этом все, что сказал. А дальше же, как говорится, как всегда, будем прерываться на комментирование того или иного момента, друзья. Все, поехали. Так, ну что, ну вот, примерно в таком порядке и плане мы косим, как вы видели только что. Сейчас мы сделали такую, как говорится, разговорную паузу, так называемую, чтобы рассказать несколько, как говорится, тонкостей о комбайне. Значит, так же, как и начнем сразу с того, что мы поменяли удлинитель в этом году, вместо стандартного обычного поставили с гребенками типа John Deere, ну такие, как они, евроудлинитель, как они называются. Что бы хотелось сказать, в принципе, говорится, как по чесноку, да, как говорится. Ну, в принципе, он мне нравится, потому что мы открывали
этот колосовой. И вот в него намного меньше, ну, буквально считанные соломинки летят, ну, солома летит, то есть на обратку, поняли, да? У вас же, если по-любому на доработку, чтобы открывать колосовой, ой, колосовой удлинитель открываешь, и там же щель большая, и поэтому сыпется и солома туда, и все, да, на второобработку. У нас же этого сейчас с этим удлинителем нет, потому что там, ну, структура, строение другое. Захотите, посмотрите евроудлинитель, как говорится, с чего он состоит. Это для тех, кто не знает. Ну, я уверен, что большинство в курсе, что это. Вот, и он намного лучше. Ну, естественно, хорошо регулируется, потому что новый, как бы плотненько все, как полагается. Ну, в принципе, доволен. Посмотрим, что он еще даст на подсолнухе. Вот как-то так. Дальше что еще можно рассказать? За колею, в принципе, да, за расширение. Ну, вот откосили мы уже ну, порядка... Ну, за сегодня и вот за предыдущие два дня, что у нас там плохо шло, гектаров 10, наверное, может, чуть больше. Пока что ничего нигде там не лопнуло, не повело там на колесах, ничего, да. Модернизация, увеличение колеи, кому интересно, и кто не видел, можете глянуть. Вот так же здесь, на этих же пальцах, только здесь теперь будет ссылка на видео по усовершенствованию, по расширению колеи на комбайне Нива. Значит, по следам, ребят, смотрите, вот что получается. Я думаю, особого комментирования не нужно, видно, да, вот левый след, ну, грубо говоря, вот правый. Сейчас оно идет, получается, большим одним просто широким следом. Естественно, колеса не перекрываются, задние не встают полностью на переднюю колею, да, но все-таки на стерне получается вот такой вот след. То есть прицеп идет сейчас уже, получается, по колее задка, получается, там, да, ну, ПТС я имею в виду. А, ну, передок, естественно, как шел, так и идет. В общем, вот такой вот цвет получается. По развороту, конечно, тоже тяжело сказать, ну, лучше или хуже. Может быть, а может и нет, у нас как-то получится это замерить. Ну, допустим, поставить два комбайна, один наш с этой, да, колеей, а другой стандартный, допустим. И там уже покажется, покажет оно все, кто больше и кто быстрее выворачивает, если такое будет. Вот так вот, друзья. Ну что, дальше мы продолжим уже. Хочу попробовать съемки от первого лица, так называемые. Напишите мне в комментариях, как вам понравилось, не понравилось. Может, где-то затяну или там еще что-то. Ну, вообще, ваше мнение о съемке от первого лица. Так что так, друзья. Ну ладно, все, поехали дальше.
Ну что ж, вот примерно таким образом проходит у нас уборочная наша, так сказать, личная компания 2016. Да, не без поломок, конечно. Поломок в этом году больше, буду откровенен. Вроде бы и смотрели как бы нормально, но то там подшипник, то там подшипник. Ну, старичок есть старичок. Значит, сейчас мы косим уже без ПТСа. Сзади на измельчителе пооткрывали все лючки и сняли трубу, которая, через которую идет солома. И сделали там небольшой такой козыречек, чтобы пониже бросало. То есть думаем, на какой-то процент полегче будет комбайну выбрасывать. Ну, то ли через трубу гнать длиннющую двухметровую, то ли сразу почти там оно выбрасывается. Поэтому, ну, солому не хотим в волках оставлять, чтобы не было такой истории, как с житом. Видео можете глянуть, прям на комбайне появится ссылочка, как мы с ним мучались там, и очень-очень, короче говоря, сильно мучались. Мы больше так не хотим. Об урожайности, если не говорил, я не помню, то получается где-то по 20 центнер. Ну, на этот год и на том спасибо, получится у нас примерно на нули выйдем по затратам. Но из-за погоды, так сказать, из-за того, что осенью хотя бы один дождик и все, и мы были, говорится, на коне. Но не суждено было, поэтому по двадцаточке получилось. И еще, к слову, о нашем эксперименте с ростом в этом году. Получается, рядом поле, которое было на видео про рост концентрат, ссылочка сейчас появится, то это агрофирма, так называемая, они там бросали вот уж и селитру, и все-все-все. Там, ну, списочек был хороший. Так вот, эта агрофирма накосила по 15 центнеров там, а мы, дилетанты так называемые, мы накосили по 20, и то с этим ростом. Ну, рост, естественно, подешевле будет, чем даже той самой селитрой. Вот, как видите, вот такой вот жолоб. Сильно близко подходить не буду, потому что опасно это дело. Ну, вот так падает, ну, короче, примитивненькая такая альтернатива. Вот. Так что как-то так, друзья. На этом будем прощаться. Вроде бы сказал все, что хотел. А если что-то не сказал или кого-то что-то интересует другое, то пишите в комментариях, отвечу, конечно же. Все, друзья, с вами был канал Сельхозпеределкин. Если вы новичок, подписывайтесь на канал и найдете для себя много интересного здесь. Если же бывалый канал, просто ставим лайки, смотрим, наслаждаемся и ждем новых интересных видео. Пока, друзья!